Сегодня 90 лет первому и последнему президенту СССР. О роли личности Михаила Горбачева до сих пор много споров. Кем он был? Ветер перемен, гласности и свобод? Или человек, кто развалил страну? Образ Горбачева до сих пор узнаваем. Голос конца 80-х, необычная внешность и американская реклама Pizza Hut. Это все о нем, как и наш сегодняшний опрос. Была надежда на хорошие перемены, к сожалению, немножко по-другому. Чувство двоякое, конечно. Я думаю, что мы еще не до конца поняли, кто такой Горбачев. Он погубил Советский Союз. Все. Конечно, пожелания, как обычно, здоровья побольше, тем более в таком возрасте. Он ничего не сделал. Он только развалил страну и ушел там, где ему сладко и хорошо и удобно. Мы его знаем как президента, он был неплохой человек. Разрушил наше государство. Его судить надо. Не хотелось бы на камеру, но я просто со своей стороны, я все это прожил. Зажился, вот все, что я могу сказать об этом человеке. Много бед наделал. Вот это мы и думаем. Сначала а пусть живет. И здоровье ему, и счастье ему. Но бед наделал. А мы не хотели этих бед. Распада мы не хотели. Мы хотели жить. Ну что? И в своем Приднестровье мы живем. О нас думают. Красоту вот идем, смотрим. И надеемся, что скоро, говорят. Ой, только вот заговорили мы. Фонтаны скоро. Все, мы хотим жить в дружбе со всеми.